какое счастье, вы живы! Ура и снова ура! А я уже считала вас погибшим, когда вы позвонили. Какую неделю ни слуху, ни духу. Ни одной весточки на него совсем не похоже. Я, позвольте представиться, это Кэнди, секретарь Стива Тревора. Что значит секретарь? Ну, я за все отвечаю. Я хожу, куда он велит, делаю, что он говорит. О, в моих краях это называется рабство. Она мне нравится. Чудесно. О, дамы после вас. Это очень даже нравится. В каком-то смысле это, конечно, так, но зато оклад очень хороший. Все мы вертимся, как белки в колесе. Неужели эту ерунду в вашем мире считают доспехами? Ну как доспехи? Это мода, чтобы утягивать животы. Зачем вам их утягивать? Только женщина без живота может спросить такое. А вот, консервативно, но при этом живенько. Примерь хотя бы. Ладно уж. Выходите. Упс! Как ваши женщины в этом сражаются? Сражаются? Мы придерживаемся моральных принципов. Так мы рано или поздно завоюем право голосовать. Хотя я считаю, что можно и кулаками помахать, если понадобится. Прелесть. Колючий. Он душит меня. Как я его понимаю? Это. Где она? Как раз примеряет наряд номер 226. Мисс Кэнди, задача была сделать ее менее привлекательной. Можно? Очки? Вы серьезно? Думаете, в очках она уже не самая красивая женщина на свете? Получше. Да, так не получится. Опусти, пожалуйста, меч, Диана. Диана! Я хочу попробовать сама. После вас, сэр. Это? Сюда. Давайте-ка я пока вас подожду в конторе и заодно заберу вот это для сохранности. О, нет, это ни к чему. Опусти, пожалуйста, меч, Диана. Прошу тебя. Он к этому наряду не идет. Совсем. Опусти меч для начала. Поклянись мне, ты защитишь его даже ценой жизни. Да, нет. Ей можно доверять. Отдай меч. Щит? Да, и щит. Оп, тоже беру ей. Щит. Справишься? Спасибо, это. В два счета. Ну-ка.